Поки що, наскільки мені відомо, викликають тільки нас, як заявників, як народних депутатів. Ми, в свою чергу, надамо слідству будь-яке сприяння, надамо будь-яку інформацію, яка в тому числі є в публічних джерелах, і будь-яку інформацію, яку ми володіємо особисто. Тому я думаю, що зараз якраз ми підемо на допит як процесуальні сторони в якості свідків, і потім вже будемо розуміти, на якій стадії зараз перебуває слідство. Без допиту Фірташа, без допиту Льовочкіна, І Хорошковського, всі встановити обставини справи і притягнути винних осіб ми не зможемо. Тому, якщо Генеральна прокуратура викличе цих осіб так само на допит, тоді ми будемо спевненістю казати, що Генеральна прокуратура виконує ті завдання, які на неї покладені. Якщо всі процесуальні дії завершаться лише допитом заявників, то ми будемо казати, що Генеральна прокуратура лише займається показухою і не зацікавлена в встановленні істинної справи. І можемо ли ми собі дозволити воюючій країні мати такі телевізійні канали і інші засоби масової інформації, в тому числі печатні, які працюють не на Україну? А от тепер, уважаємо представители средств массовой информации, представьте себе ситуацию, когда в Лондоне бы в годы войны, например, раздавалась газета нацистской партии «Фелькишер Биобахтер». Как вы думаете, как долго бы она раздавалась? Наверное, очень недолго, с одного раза бы закрыли. А как бы вы смотрели на то, чтобы, например, BBC, радио BBC свободно вещало бы фашистское радио вещало бы на территории, допустим, Советского Союза, и никто бы с этим не боролся. Это было бы невозможно, и тогда бы война была проиграна. Поэтому Украина должна быть сильной, Украина должна действовать по закону. И мы, как народные депутаты, мы хотим всего лишь одного. Пожалуйста, дайте ответ на вопросы. За какие деньги был приобретен контрольный пакет акций телеканала «Интер»? Что касается допроса господина Фирташа, находящегося за пределами нашей Родины. Если Генеральная прокуратура хочет действительно расследовать это дело, она формирует международное, во-первых, высылает повестку гражданину Фирташу, который имеет теперь право перемещаться в Украину, если он того захочет. Если он не является, то отправляет повестку в Генеральную прокуратуру Австрии со списком вопросов, и это называется международное правовое поручение. Просит допросить это лицо на территории Австрии, можно даже у него в отеле Риц в Вене, где он проживает. Если он откажется отвечать на вопросы, значит ему есть что скрывать. Если ему не откажется отвечать на вопросы, то пусть предоставят документы о происхождении денег. Все. А Левочкина почему не допрашивают? А почему не допрашивают Левочкина, надо задать вопрос с Генеральной прокуратуре. Мы попросили в нашем заявлении, которое мы передали туда, и мы можем его передать вам, допросить трех человек, чтобы понять, что происходило в этой сделке. Это же ведь не завод по производству пива, да, или там кирпичей. Это один из ведущих телеканалов страны, который формирует информационную политику. И мы просто хотим быть уверены, что собственник этого телеканала действительно люди, которые патриоты Украины или предприниматели, которые ставят задачу зарабатывать деньги на этом бизнесе. Но если там есть другие интересы, то тогда это вопрос национальной безопасности.